Здравствуйте, меня зовут Грунёва Ксения Анатольевна, я руководитель студии декоративно-прикладного творчества, и сегодня мы с вами создадим удивительную новогоднюю игрушку «Рождественский ангел». Для этого нам понадобится 2 квадрата цветной бумаги, либо бумаги для скраббукинга, немного новогодних бусин и одна елочная игрушка, маленький шарик, это будет наша голова, и это же будет подвесом нашей игрушки. Ну, у нас все собрано, мы приступаем. Берем первый квадрат и складываем его гармошечкой. Так, где-то ширина полосочки у нас 1 сантиметр. И весь наш листочек мы складываем гармошкой. У нас с вами получается вот такая вот гармошечка. И такие гармошки у нас должно быть 2. Правая сторона ангела и левая. Одна у нас готова. И мы таким же образом складываем второй лист. Ширина полосочки около сантиметра. Можно расчертить, можно делать на глаз. Если вы делаете из цветной бумаги, нам главное соблюсти пропорции. Это должен быть квадрат. Какого он размера, решать вам. От величины квадрата будет зависеть и величина нашего ангела. Бумага для скраббукинга уже, как правило, продается в квадратными листами. Вот такие 2 гармошечки у нас с вами получается, правая и левая сторона ангела. И теперь нам нужно создать ему ручки, крылышки его. Для этого мы 1/3 нашего квадрата загибаем и расправляем. Вот у нас готова 1 часть ангела. То же самое мы проделываем со второй частью. 1/3 загибаем и раскрываем наше крылышко. Теперь нам поможет клей. Это может быть универсальный клей или клей-пистолет. Я буду использовать клей-пистолет. Это быстро и удобно. Но можно и использовать универсальный, но тогда прищепочкой вам надо защепить нашего ангела и дождаться его высыхания. С клей-пистолетом все проще, потому что высыхание происходит практически мгновенно. И мы раскрываем крыло, и у нас 1 половинка ангела готова. То же самое мы проклеиваем вторую половиночку, закрепляем ручку на туловище. Раскрываем ее, вторая половиночка готова. Теперь нам нужно соединить обе половинки. Для этого мы снова проклеиваем их по центру. Соединяем вместе, прижимаем как следует. Раскрываем нашего ангелочка. И тело нашего ангела готово. Теперь с помощью клея-пистолета мы закрепляем по центру
его голову. Наносим клей на нос. Шарик. Если вы пользуетесь универсальным клеем, то полное высыхание не менее 8 часов. С клей-пистолетом, конечно, все происходит быстрее. У нас получается с вами вот такой вот ангелочек. И теперь мы сделаем ему декор. Для этого я буду использовать обрезки гирлянды, обрезки бусин. Можно приклеить ему бусы, что мы с вами и сделаем. Померили. Обрезали лишнее. И здесь нам также поможет клей. Это может быть универсальный клей или клей-пистолет. На бусинку нанесли и на основу прикрепили. Также с помощью бусин мы украсим подол нашего ангелочка. Померим длину. Обрежем лишние бусины. И также при помощи клея-пистолета наносим клей. Прикрепляем к основе. Можно сделать красивый поясок, либо оборочку на рукавах. Обрезаем лишние детали. Да, вот мы уже повесили бусинки, у нас весь наш ангелочек светится. Сейчас немножко декора на рукавчики. Вы можете придумать свой декор, это также могут быть пайетки, пуговки, декоративные бусины.
обрезаем лишние детали, если у нас такие имеются. Если мы использовали клей-пистолет, убираем все его паутиночки. У нас уже есть подвес. И у нас с вами сегодня получилась вот такая вот замечательная новогодняя игрушка на елку. Рождественский ангел. Ну, я с вами прощаюсь, желаю хорошего настроения. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.